Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Аргентины против Мексики. Обязательно пишите ваш прогноз на этот матч в комментариях, интересно почитать. Ну что же, давайте пробежимся по предыдущим матчам этих двух сборных. Аргентина сенсационно проиграла сборной Саудовской Аравии, забив на первых минутах с пенальти мяч. Лионель Месси отправил мяч в ворота, и потом еще 3 или 4 мяча отменили из-за офсайда. Во втором тайме Саудовская Аравия перевернула свою игру, и игру сборной Аргентины, скорее всего, тоже. Поэтому вот итог 2-1 в пользу Саудовской Аравии был, но, как мы видим, уже на 21-й минуте Лионель Месси шикарно вколачивает мяч в ворота сборной Мексики, но здесь уже нужно доказывать. Все-таки Аргентина перед этим чемпионатом мира была главным фаворитом на победу у всех букмекеров, да и в принципе у экспертов. Поэтому вот такое вот начало выглядит очень странно. Ну а сборная Мексики сыграла в ничью и со сборной Польшей благодаря как раз голкиперу Очоа, который отбил 11-метровый удар от Роберта Левандовски. После первого тайма счет 1-0. Благодаря Лионелю Месси сборная Аргентины победила в первом тайме, обыграв, ну вот, Мексику. Но теперь тайм второй, и будет интересно посмотреть. Вторые таймы у сборной Аргентины не получались. Ну вот, Саудовской Аравии мы это увидели. Посмотрим, как дальше будет. Ну вот, на 58-59 минуте забивает Лаутаро Мартинес, увеличивая преимущество сборной Аргентины. Ну и вот, Аргентина забила впервые больше одного мяча за матч на этом мундиале. Ну а Мексика продолжает пропускать с таким вот классным голкипером, который, может быть, и на клубном как-то уровне не очень себя показывал по выступлениям в чемпионате Испании. Но вот за сборную Мексики на больших таких турнирах он всегда себя вот топово показывает. Но пока что этого нам не видно. 3-0. Аргентина громит Мексику. И вот очередной гол Лионеля Месси. Он записывает на свой счет дубль. 79-я минута. 4-0. Шансы у Аргентины хорошие теперь появляются на выход из группы. Ну вот, 4-0 вряд ли уже кто-то отыграет. Родригес пасует обратно на Эктора Эреру, и тот забивает. И, ну, гол престижа, 4-1. Это первый гол Мексики на чемпионате мира. В первом туре была безголевая ничья у этих двух, у Мексики и у Польши. Вот, поэтому здесь уже мексиканцы забивают. 86-я минута матча идет. Снова Эрера с мячом. Здесь Гутьеррес снова выводит Эреру на бьющую позицию. И вот так вот за пару минут мексиканцы забили дубль, уменьшив тем самым такое вот громадное преимущество сборной Аргентины. Но на 90-й минуте Лионель Месси и компания снова разыграли атаку. И вот Лаутаро Мартинес отправляет мяч, очередной свой в этом матче, в ворота сборной Мексики, забив тем самым дубль и сделав окончательный счет в этой встрече. Победа сборной Аргентины 5-2. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.